皆さんこんにちは。今日はゲームダークソウルスを果たしています。それでは始めましょう。Ну, надеюсь, хоть кто-нибудь понял, что я сейчас сказал. А так, мы сейчас находимся на канале Xbox Россия. Играть мы сегодня будем в Dark Souls 3. И с вами у микрофона Владимир. Так что всем добрый вечер. Подождем еще минутку, пока народ подбежит, и начнем получать море удовольствия, которое может доставить только Dark Souls. Так, ну давайте как-то проведем небольшой пинг, чтобы как-то я убедился, что меня слышно. Надеюсь, меня слышно. Печально. Не было слышно. Игру, я думаю, можно оценить по звуку, как играет замечательная композиция Dark Souls 3. И тогда мы начнем уже проходить. Я думаю, мы начнем с самого начала. Хоть большинство стримеров, в принципе, так и начинали. Я думаю, что начало стоит показать. Посмотрим на вот это все. Такое вступление. Потом мы, наверное, может быть, перейдем на моего более старого персонажа, то есть, которым я чуть-чуть успел поиграть. Он уже в другой локации, поэтому тоже оценим, наверное, так, географию, наверное, игры. Indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Undead Legion, the Abyss Watchers. Mm-hmm.
Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Заставочка закончилась, как обычно, просто потрясающе, что в первой части, что во второй, и вот третья тоже такую атмосферу прям хорошую нагоняет. Так, нам нужно опять выбрать, точнее создать персонажа. Опять-таки долго, конечно, мы не будем заморачиваться. Возможно, мы, может, сделаем так, да. Давайте поиграем за женского. У нас, в принципе, по традиции с первых соус уже такое сложилось. Немножечко возьмем юную девушку. Класс. Вот, кстати говоря, класс. Классов стало больше. Хоть они, конечно, на процесс именно игры как таковой не влияют, но стартовая такая экипировка, она, конечно, немного поначалу нам даст как-то уникальный какой-то игровой опыт. И романтиха такая красавица. Так, клирики и нищие. Вот, вот так. Так, я как-то предлагаю в чатике проголосовать, за какой класс мы будем играть. У нас, получается, есть рыцарь, наемник, воин, гладиатор, как глашатый, вор, убийца, чародей, пиромант, клирик и нищий. Так, нищий предлагают, и можно, в принципе, как-то подумать, у нее такой симпатичный получается топик, штанишки, ну да. Так, макеты лица, конечно, вот это, изгой из великой топи. Ну, я бы тоже такую знал. Да. Это какой-то орк. Орк. Так. Уроженка Иритилда. Больше похоже на какую-то вампиршу. Так. Это как-то вообще что-то с чем-то. Ой, блин. Самое, по-моему, нормальное, по-моему, вот третья, да, вот. Такая более-менее нормальная девушка. Телосложение, да. Обычное пусть будет, да. Внешность. О, ну тут, конечно, по сравнению с первой частью побольше. Получается у нас вариантов. Голос. Мы можем выбрать голос. Вот такой юный голос у нас будет. Так, цвет кожи, цвет кожи, детали лица, волосы, вот, что самое интересное. Девушки, волосы, чуть ли не на первом месте должны быть по, такие с косичками, так, лысые, а, ну это мужские, эмо, классика, это, да, это мужские. Такие. Ладно. Что у нас есть еще?
как-то вот, конечно, с прическами плохо, плохо потрудились From Software. Так, не знаю, давайте опять-таки по традиции возьмем косичку. Так, а как сделать, вот. Хочу опять рыженькой поиграть. О, ну вот так мне уже нравится. Вот так вроде такой прикольный. Так, брови... Так, стой, куда ты... Блин. Так, Гена2704, тебе тоже привет. Всем привет, кто у нас подключается. И вот так, вот. Теперь отлично. Игра у нас Dark Souls 3, которая выходит буквально через 4 дня. Через 4 дня. Цвет бровей почему-то у нее такой. Ну ладно, борода. Борода у девушки. Да. Можно и бороду. Но мы ролеплейщики, мы не будем это делать. Мы как по истинные ролевики будем. Просто так, цвет зрачков мне нравится, наверное, зеленые. Хотя тут не видно нифига, ну ладно. Макияж, татуировка. Не будем делать мы это. В принципе, нам этого хватит. А, погребальный дар. Вот честно, не знаю, что мне брать. У нас есть молодая ветвь. Это еще из второй части. Треснувшее красное око. Это для ПВП. Ржавая монета. Это для удачи, по-моему. Душа. То есть души нам дадут. Самоцвет для создания огненного оружия. В принципе, хорошая штука, но опять-таки на начальных локациях она бесполезная. Черная огненная бомба, ну такое тоже дело. Это хилка. Это что у нас? Теплая священная вода полностью восстанавливает здоровье. Ну тоже не особо интересно. Кольцо жизни повышает максимальное количество очков здоровья. Не знаю, вот вроде прикольная штука, очки здоровья, это всегда полезно, да, вот. Но оно, опять-таки, немного повышает, да? Повышает максимальное количество ОЗ. Ну, давайте возьмем это кольцо, ладно. Как ты в нее играешь? Ну, во-первых, мы сейчас на канале Xbox Россия, что как бы, ну, подразумевает, что у нас все возможно. И это сейчас находится у меня в руках пресс-копия. Поэтому вот так я в нее играю. Так. Итак, давайте голосовать, за какой класс мы начнем прохождение именно данного первого часа игры Dark Souls. Напоминаю, что каждый класс он у нас, получается, имеет что-то такое более-менее уникальное именно по началу. Потом, как, конечно же, когда кто-то будет сам играть, он волен менять своего персонажа так, как ему вздумается, так, как он пожелает нужным. Мы, по-моему, в прошлый раз, то есть на первой игре, играли за Хантера. Это у нас получается кто, наверное, максимально приближен к Хантерам? Даже не знаю. Тут как-то, наверное, Хантеров тут больше и нет. Нищий. Я так понимаю, что все захотели посмотреть, как я буду постоянно там как-то умирать, потому что первый левел и все такое. Ну, в принципе, можно. Давайте начнем за нищего. Глашатай нищий. Окей, решено. Будем играть за нищего. Это у нас просто наша... Как мы ее называли? Вот так. Наша луна, она просто переехала в Dark Souls 3. Она потратила все деньги, которые мы получили на прошлом стриме.
А, кстати, ладно, ладно, не смотрим, а то еще заблокирует Twitch. Так, и завершить создание. Начать игру с этим персонажем. Итак, всем опять привет. Мы давайте как-то поздороваемся. Hello. У нас что, сейчас вечер, значит, по-японски это будет конбауа. Всем здрасте. Так, и первое, что, конечно, бросается в глаза, кстати говоря, по сравнению с другими частями, а мы-то не полые, мы такие даже симпатяшные няшечки с большими ногами. То есть в данной игре теперь мы полыми не будем. Мы теперь будем поджигать и разжигать. Управление камерой. Ну, это понятно, это все такие стандартные подсказки. В Dark Souls 3. Так. И сейчас нас будут учить, как драться. Такой дерзкий приятель. А дубинка-то ничего так. Так, что у нас? Я уже забыл здесь. А, здесь у нас какая-то блестяшечка. Души покинутых повстанцев. Окей. Бежим дальше, дальше, дальше. И тут как-то я видел одну претензию на стримы, что... Какого черта смотреть эти ваши дурацкие стримы, если вы нифига не исследуете мир? Ну, попытаемся это дело исправить. Мы тут все исследуем так, что вы можете написать потом диссертацию по нашему стриму и получите зачет. Так. Ну... Тут мне уже подсказывают, что чип там не блокирует что-то. Да, да, ну, он, конечно, что-то не блокирует, но тут как бы... Не хочу я умирать по 100 раз, конечно. А хочется как бы... Ну, пройти, что ли, до конца. Тем более, нас тут как-то особо не ограничивают по... Почему? По каким-то там склянкам жизни или что-то в этом духе. Потому что вот там дальше будет просто костер, и мы к нему вернемся и особо ничего не потеряем. Взять оружие в обе руки. Ну, вот так, да. Давай, выходи, будем сложаться. Ой! Ну, да, с непривычки. Да, ладно, ладно. Хорошо. Перекаты в онлайф, окей. Как-то... Я как-то просто привык к своему персонажу, вот которого уже играл, и брать нового их не нужно. Привыкнуть, конечно. Так, надо хилиться. Бежим дальше. Конечно, блин, дизайн. Дизайн новый Dark Souls прям хорош. То есть, те, кто были на
прошлом моем стриме, конечно, как-то помните графику Dark Souls 1. Теперь, конечно, оно все получше, все такое красивое, сочное. Но это я сейчас не о нашей Лене. Она у нас грязная и просто отвратительная девчонка. Садимся. А, вы хотите ящерку? Чтоб я как-то убил. Не, я, конечно, могу. Я не уверен, убью я ее, конечно, вот с таким персонажем. Ну, не знаю, я хоть и люблю Dark Souls, но как-то тут есть вообще какая-нибудь такая, не знаю, сцена, чтобы показывать мое недоумение. По-моему, еще такой нету. Ладно. Щит в воздухе висит. Да нет, смотрите, щит в воздухе-то не висит. Или вы насчет спины? Ну да, вот, кстати, щит висит в воздухе. Что поделать. Это магическая просто... Как бы, все-таки Dark Souls, он больше про магию, наверное, да? То есть, ну, какие-то такие способности. Какие-то способности использовать. Так. Привет, мужик. Нет. Ты тут на меня пальцы-то не раскидывай. Спрашивают про предысторию. Очень сложно, конечно, это так предысторию сказать. Потому что все-таки прошло две игры. Лор двух игр все-таки достаточно объемен. Но я думаю, что основной костяк это то, что мир в заднице. В каком плане? То есть, так скажем, грубо говоря, огонь. И этот огонь тухнет. Чем его меньше, этого огня, тем, разумеется, мир впадает в хаос. И мы, как еще последние из тех, кто имеют у себя в голове хоть какой-то здравый смысл, какой-то рассудок, мы можем хоть что-то еще делать. Как-то этому попрепятствовать. Вот. А что касается именно такого более серьезного лора игры, то все-таки советую обратиться к Dark Souls Wiki или каким-то роликам на YouTube. Там дословно, красиво покажут и расскажут, как лучше вот, воспринять лор игры полностью. Но скажу так, что лор игры просто, ну, очень большой. Он затрагивает, ну, то есть там получается сюжет в сюжете, у каждого персонажа свои мотивы, опять-таки, у куча NPC, которые имеют тоже свои цели, про них тоже отдельная имеется история и квесты. Поэтому достаточно сложно это так вот, насколько рассказать об этом самом деле. Так, я так понимаю, что да, с ним как-то вот с щитом будет мне сложновато стоять. Хоть он и первый босс, но... Да. Сколько будет длиться стрим? Примерно часика 2,5, наверное, еще. Ну да, где-то до 11 мы постримим. Как-то так. Тик. Мужик. Мужик. Тихо, мужик. Ай, мужик. Уважаемый судья, пожалуйста, не бейте меня. Я хорошая женщина. Ух. Ну да, я так не привык. Нет! Блин. Ну да, со щитом я так не смогу, конечно. Ну да. Да. Блин, а в первый раз, когда я его проходил классом, по-моему,
ну, что-то типа копейщика там какой-то был. Я его с первого раза завалил. Ну, а тут, конечно, с непривычки вот с этими без щитов играть. Мне как-то считание комфортнее, что ли. То есть, ну, как-то щит и щит. Мне, в принципе, никак-то нету какого-то зазора им не пользоваться. А, может, мы пробежим? Ай, нет, не пробежим. Ай, 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 ай. Ну давай, на кого ты напал? Ай. Да что ты теперь? Еще к дубине привыкать. Нет! Да что тебе? Как ты не попал? Нет! Интересно, его можно, кстати, сбросить вниз, вот в эту яму как-то, как того босса быка на стене в первой Dark Souls? Вот, 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 да блин, куда ты побежала? Вот. Глупая коза. Нет! Да что? Ну, я почти его сделал. Сейчас, я думаю, третий раз должен быть решающим. Блин. Хоть это даже первый босс, но такое чувство приятное. Ну, вот именно... То есть, прям кайф так приловишь, когда проходишь. Да отстань! Ты глупое животное! Ну давай! На тебе, сыночек. Да удачи. Так, блин, это конечно. Да ладно.
печально. Обидно, что хватает всего лишь мне там на, не знаю, на две тычки ему, что ли, удара. Ну да, как-то. Как-то вот прям совсем обидно. Тут ничего нет, в принципе. Дальше. Ну давай опять. Куда ты так убегаешь, блин, неудобно. Оп, нет, нет, нет. Но нет, вот уже в этот раз ты меня так не поймаешь. А, хотя, в принципе, интересно, он будет вот это, да-да-да-да-да. Давай, вот это, и забьем. Обойдешься. Ах, блин! У нищенки этой, у нее дурацкий, то есть, анимация очень медленная. Да что ты? Отлично, отлично, отлично. Вот такие грязненькие, прям хорошо. И не умерли, сейчас заберем свои души, 3000 душ, у вас получается 3300. Ну, известная шутка. Так. Фух, 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 фух. Так, давайте почитаем точно, что нам, что с него выпало. Нам достался меч, пропавший из храмового костра. Его нельзя использовать в качестве оружия. Вонзите меч в костер храма, чтобы восстановить его силу и сделать возможным перемещение между кострами. Лишь избранный унаследует этот меч. Так рассудил тот, кто стал для меча ножнами. Вот такая вот большая маленькая история того самого судьи. Так, больше у нас, в принципе, предметов-то никаких и нет. Правильно? То есть как-то нас обделили предметами. И больше, в принципе, ничего и нету. Назад. Блин, вот первая локация, казалось бы, вроде такая, ну, фиговая, как бы, ну, то есть, вроде мы там прошли 5 минут. Какая она, блин, красивая, то есть, такое вот, чем-то напоминает еще Demon's Souls, вот этими тоже, куча-куча веток, куча, ну, замок, конечно, просто огромный. Ладно, идем дальше. Мы должны вставить этот меч в куда? В храм. По сути, мы сейчас направляемся к, ну, что-то типа сны охотника в Bloodborne или, допустим, в храм огня в
Dark Souls вот первом. Сломанный меч. Он очень поможет мне в этом похождении. Открыть меню, говорят. Открыл. Ой, как-то ничего. Ладно. Так. Пейзажи, конечно, ну, блин, прикольные. Там, конечно, дальше будет еще красивее, но как бы для первого раза вот такая картинка прям хорошо. Так, там какая-то блестяшка. Я, честно говоря, не помню, что там. Умри. Умри. Священный колокольчик клирика. Ну, это чтобы делать заклинания. Нам пока это как-то не подходит. Косточка возвращения. Это чтобы возвращаться обратно на костер. Кстати, обратите внимание на анимацию. То есть мы как бы горим. И наша вот одежда, она покрывается вот такими как бы уголечками. Вот тлеет. Прикольно. Такой интересный эффект. А вот если бы у меня еще был щит такой нормальный, то есть мы, когда бы блокировали, там такие искры прям разлетаются, отличные. То есть, очень красиво, очень красиво. Ну, в принципе, и так хорошо. Ладно. Так, нам... Можно это все обойти, конечно, дело. Не особо интересно. С ними пока сражаться. И вот я, конечно, очень вот люблю такую тему, тематику вот средневековья, замки какие-то, вот старинные места, все такое старое. Тут, блин, вот сделать вот скриншот вот так вот, допустим, прям вообще огонь. Красиво же, блин. И я обожаю такую тему, типа там берсерка, вот такой тематики. Очень. И, собственно, храм огня. Мы тут видим уже девушку, которая нам будет прокачивать здоровье и левел. Так. Давайте еще погуляем. Разумеется, персонажи здесь есть. Давайте поговорим с ним. Worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. Not fit to lick their boots. Don't you think? What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return talking true legends. Ну, как-то так. По сути, кстати, он нам сказал чуть ли не половину сюжета. Ну, поначалу, конечно же. То есть мы теперь такие восставшие из пепла ребята, которые должны, по сути, помочь предотвратить конец света. Вот тоже такая симпатичная девушка стоит. Вот как-то поближе ей посмотреть. Вот так, что ли? Как-то маски. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones
and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ashen One, to be unkindled. Окей. В принципе, ничего нового. Принеси мне крутые души, и я тебе там все покажу. Ну, как обычно. Давайте еще пройдемся по храму огня. Храм огня теперь просто огроменный. То есть, это не прям как вот первой части или там Маджула во второй. Это огроменная махина. Тут куча всяких проходов, переходов, лестниц. Куча персонажей. Вот смотрите, вот тут бабулька сидит. Вот еще один кузнец. Это кузнец из первой части, кто помнит. Вот он, красавец. Вот. Давайте пока с бабулькой поговорим. Бабулька тоже, кстати, имеет дизайн, как вот у хранительниц старых в начале второй части. Прям такая же бабулина. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Почти что знаменитый смех этих старушек. Что там, значит, скажет? А, ну, по сути... Да. Ничего нового нам не скажет. Купить предмет. Так, что у нас есть? Так как мы играем, в принципе, в офлайне, то покупать пока этот мелок не имеет смысла. Магию пока тоже нет смысла брать. Мечи. Ну, такое тоже дело. Там дальше будет прикольный меч, но, конечно, до него еще дойти нужно. Щиты, да? Вот щиты. Щиты. Поглощение. Так, я себе такой хочу. Возьму себе все-таки щит, потому что я как-то подозреваю, что если я этот щит не возьму, то мы будем наблюдать мое постоянное возвращение к костру, что, в принципе, не особо интересно. Так. Ну и, думаю, пока нам хватит. Там дубина такая, что, по-моему... Ашен. Давайте проверим, как там дубина-то атакует. Так, прочность 90, атака 108. 108, в принципе, для начала нам хватит. Меняем на вот этот щит. Да, щит прям пойдет. Так, у нас есть сломанный меч дурацкий. Это для магии. В принципе, окей. Идем дальше. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Так, и вот... главное отличие Souls, именно третьей части, от предыдущих, это то, что теперь у нас есть две склянки. Первая — это здоровье пополняет чисто, а вторая — это дает, пополняет шкалу магии.
То есть она подойдет тем, кто будет использовать магические способности в своем прохождении. Так как у нас наша луна, в принципе, не маг совершенно, и до мага ей достаточно далеко, то мы, наверное, вкачаем все в 4 склянки здоровья и подтвердим. Так, починить снаряжение. У нас все, в принципе, починено. Закалить оружие. Я думаю, пока не будем делать. Укрепить. У нас, в принципе, нечем укреплять. Да. Осколок титанита требуется. Так, починить, укрепить, распределить, укрепить. Ну и, в принципе, все, да? Да. Так, ну давайте двигаться дальше. Возьмем этот самый меч и активируем храм огня. Выучить заклинание, это вот перераспределить. Так, нанести порядок в ящике. Сжечь от... Ой, стой, подожди. Лунка. Нравится высокая стена Лотрика. Где мертвый космос? Мертвый космос в другой игре. Так, загрузка. Первая локация, кстати, там получается один босс. Вот, здесь, значит, будет один босс, но до него столько вообще возможностей проходов туда дойти, что поначалу даже есть такое ощущение, что ты постоянно идешь куда-то не туда. То есть столько здесь проходов, что невольно думаешь, а правильно ли я иду? Да, мне надо. Непонятно. Вот очередной теперь вид на прекрасный королевство Лотрика. Там уже видно, ходят песики. Костер. Да. Ничего тут нету. Ничего здесь нету. Так, идем вниз. Так, а тут ничего нет. Я уже не помню. Идем дальше. И вот опять же, мы только пришли на новую локацию. Мы можем пойти вон туда, куда, в принципе, нам и надо. Но при желании, как бы, поисследовать, мы можем пойти-то и сюда. То есть, вот тут у нас есть вот этот чувак, допустим, да? Хватит мне стрелять. И можем пойти вот туда. Да, как бы вот... Но делать мы этого не будем. Мы пойдем вот сюда. По классике. Ну, по крайней мере, так, как я туда шел. И вроде куда-то меня это все это дело завело. Так что я думаю, что, в принципе, можно и здесь все это дело сделать.
как-то я чуть-чуть не понял, почему с булавой он как-то, ну, не бэкстепит, что ли? Не знаю, надо как-то поэкспериментировать с этим делом. Куча молящихся, непонятно, кому они молятся, то есть какие-то... Ой, кто это? А, привет, ребят. Ну да. Так, и это все? Душа. Идем дальше. Так. Еще один приятель. Давай, давай. Тут можно пойти чуть выше. Там вот чувак стоит. И потом меня будут тут начинать убивать, как ненормально. Блин, я точно выгляжу, как Лара Крофт какая-то. Прикольно. Ну все, теперь началось. Закидывай. Ой, ой-ой-ой. Мужики, давайте ко мне. Ай, ай. Да что у вас? Двинемся чуть. А, отлично. Идем наверх. Идем наверх. О, привет! Это, в принципе, Dark Souls. Конечно, честно, никакого не будет. Отлично. Штанцы дезертира. Ну... Можем одеть штанцы, кстати говоря. Баланс добавляют. В принципе, такие статы, в принципе, приличные. Конечно, у нас просто толком-то ничего не было, но теперь просто, кстати, заметно больше, что мы такие именно горящие. Так, что у нас здесь есть? Здесь ничего. Здесь бинокль, это важная штука в Dark Souls. Это по-любому. Давайте, кстати, его поставим. Так. Убрать, переключить. Так что ли? Да? Ну да. Вот так наблюдать. Ну, да, конечно, так прикольно. Так можно понаделать каких-нибудь скриншотиков. Так, идем дальше. Так, к нам присоединился Демукс. Тебе тоже привет. Лик. Это что за... Какой-то дракон. Окошко. И здесь ничего нет. Я не знаю, то можно падать или нет. Я боюсь, что мы можем умереть просто. Поэтому туда пока идти не буду. Тик. Что еще? Походу ничего. Нужно идти вниз. Вот там
Стоит засранец. Там сидит засранец. Ну, конечно. Да! Откуда ты взялся-то? От... Это ты встал? Ах, ты засранец. Ладно. Я-то думал, ты мирный. А ты та еще зараза. Ну, в принципе, тут теперь все быстро будет. Раз, два, три. Идем дальше. Хватит орать. Да, да я ж тебя не трогал, мужик. Это тебе за подставу. Так. Давайте тебе за еще одну подставу. Так. Длинный меч. Длинный меч. Интересно. Урон 110. У нас был 108. То есть разница не особо велика. И плюс 10. Так. Д. Скелется Д. Ну, он неплохой, в принципе. Прочности только меньше, вес больше. Ну, не намного, конечно. Ну, давайте возьмем меч, почему бы и нет. Вот такой. Мы как-то вот идем, все, идем вперед, вперед. Мы как-то это самое... Переодеваемся, то есть такой, опять-таки, Fashion Souls, то есть начинаем с никого и потихонечку-потихонечку обрастаем. Шматьем, вот туда хочу. Да. Это, наверное, вот как раз-таки упасть с дракона, наверное, да, вот оттуда, сверху. Да, скорее всего. Ну ладно, ладно, идем дальше. Блин, приятно, что даже пыль на лестнице анимирована. Это прикольно. Душа. Так. Привет, ребят. Воу. Меч такой прикольный. Он очень... Анимация очень быстрая. Поэтому мне он больше нравится, чем дубина. Давайте, знаете, что я сделал? Вот такой маленький лайфхак. Вот. Вот оно. Вот. Сила. Драконья сила. Просто отлично. Просто отлично. Сколько там у нас душ? 3800. Так, 3800. Это, конечно, можно вернуться, прокачаться. Мне непонятно. Я могу стоять? А, могу стоять, да. Могу. Отлично. Так. И вот интересно, что там наверху. Я там еще не был. А, все окей. Все окей. Куда здесь бежать, чтобы... А, вон туда, вот тут дырочку. Ну,
как-то непонятно, куда побежать, будет ли там чего, или вот туда побежать прямо, там как бы что-то есть. Даже не знаю. Так. Может, он хотел вот сюда поспровоцировать, вот так, потом вот так, потом сюда. А, блин! Ну куда ты? А что тебе? Засранец. Ну там я вижу, что туда никуда побежать нельзя, то есть, как бы, зря мы это сделали. Я, блин, думал, он будет туда сжечь дальше и все. Засранец. Ладно, опять прохождение одного и того же. Это же Dark Souls, в принципе. Не, мне с мечом больше нравится. Он такой более шустрее, атаки как-то побыстрее. И дамага больше он наносит. То есть не три удара, а получается два. Но намного лучше. С дубиной. А ведь я что-нибудь бай. Нет, не падает. Ладно. Так, идем дальше. Кстати, уже кто-то предзаказал Dark Souls 3, то есть вы ждете на Xbox, на, ну, куда-нибудь еще. Может быть, сразу же на все платформы, почему бы и нет. Вот так. А ты чё живой-то, э? Вот так. Ты даже больше нравится. Лёгкий арбалет. Блин, я что-то не заберу свою душу, да? Глупый ты дракон. Чёрт. Вот засранец. Как мне теперь душу забрать? Давай, жги. Нет? Сюда почему-то пожёг, я не знаю. Давай сюда пойдем. Вот так. И потом вот так. Блин, куда это вылез-то? Да. Да ладно. Ты что, должен стрелять? Давай, 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 давай. Все, все, все. Ясно. Да. Ай. 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 Есть. Фью. Это дракон или вот как в первой части виверна, то есть как бы мы же знаем, что по лору все драконы как бы вымерли, и вот интересно, они как бы возвращаются или тут как-то это
условлены. Ты что творишь-то? Уважаемый. Ты что творишь-то? Стой. А, блин. Как тебя не люблю вообще. Ты дурацкий урод. Нет. Чё ты тебя побрал? А, чёрт. Да чёрт. Да что? Терпеть их не могу. Да, Димикс, как в первой части не получается, потому что какая-то своя то анимация, то какие-то свои чуваки какие-то, все какое-то все другое, статы другие, вообще не так идет игра. Хотя, конечно, это с какой как бы стороны подходить. Если ее проходить тоже, как я первую часть там первый раз, второй раз, третий раз, то, конечно, игра может быть. Так же вот потом будет приходиться. Да куда ты? Так, сломанный меч нафиг, штаны нафиг тоже. Дурацкий какой-то лут. Идем дальше. Надо забрать этого засранца, наши души. Интересно, я дойду до босса главного или нет? То есть как-то прям хватит ли мне время стрима? А вот и хрень на башне, просто колючий был. Что за хрень? В смысле босс? А, давайте посмотрим на потом на хвост. Да. Ну, если брать хвост, который вот тот, что мы пробегали, был какой-то как бы окаменевший. Он был колючий, да. Вот. А у этой я не знаю. Похоже вроде. Хотя вот он чем-то и на Каламита похож из DLC. То есть как-то есть что-то такое. Так, давайте. Еще хочу огня, больше огня. Быстрее, быстрее. Ай! Нет, быстрее. Так, где-то тут нужен. Жик, давай. Давай быстрей, черт, ну где огонь-то? Где огонь? Ну. Да что ты, ты что, издеваешься, что ли? Бай. Слушай, а у этих чуваков-то радиус действия поболее, чем у ребят из прошлых частей. Пойдем за этим чуваком. Давай. Вот так тебе. Еще давай, еще раз. Вот он, тактическое отступление.
принесло нам плоды. Спасибо, бро-дракон. Теперь-то мы можем тут нормально что-то продолжить путешествие дальше. Так. Нам сюда нельзя. Ну да. Хвост этой гадости не видно, но в принципе он такой, как бы тоже шипами. Может, это тоже виверна. Непонятно. Ладно. Душа. Сколько у нас душ-то уже? 5500. Плохо. Кто? 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 Кто хочет на меня напасть? А, привет. Привет. Похилимся? Кстати, не так уж и много я трачу классов. Достаточно мало. Так, я не помню, что здесь. По-моему... Минные бомбы, да. Так. Это у нас... А, да. Это у нас костер. Вот отсюда очень хорошо видно. Вот смотрим, давайте. Вот так как-то что ли, не знаю. То есть, думаете, это виверна? Ну? Блин, симпатично, конечно. Анимация такая. Окей. Осколок. Это нам потом поможет. Я наверх не смогу залезть, ладно. Давайте отправимся, может, прокачаемся. Храм огня. Так, тут уже вопросы про конечности в чатике, но если вспоминать классических драконов, то да, у них конечности отдельно от крыльев, то есть крылья они отдельно от лапок. Welcome home, Ash, speak then. Very well. Then touch the darkness with his nourishment. Так, про 100 спрашивает, говорит, что должен быть был Dead Space. Да, он должен был быть, но потому что как бы выходит DS3, тут мы подумали, что, наверное, это будет поинтересней. Да и как-то Dead Space в Dark Souls 3 вполне себе может быть. Мертвый космос, какое-то мертвое место. Dead Space получается. Так, не знаю, как-то чего мне не хватает, я даже не знаю. Могу прокачивать до 8-го левела аж прокачаться. Ученость, стойкость. Ну, будем качаться как
такие чисто воины. Так, у нас получается 500 душ. Нормально. А, нет, давайте я сразу же куплю... Хочу купить огненные шарики. Это вот эти штуки. Отправиться... Башня на стене. Дальше был какой-то странный моб, который меня дико бесил, когда я его проходил. Я его, наверное, раз пять убивал. Точнее как, он меня раз пять убивал, а я его только один раз. Скорее всего, могли его видеть. Он был из демоверсии, ну, которая была, конечно, для показа прессе, показа миру. И там, который такой вроде маленький чувак, и из него вылезает какая-то фиговина. Вот он, конечно, меня заставил помучиться. Так, приключения Лары Крофт по прозвищу Луна продолжается. Так, подождем, пока рыцарь идет. Нам проблемы не нужны. Идем дальше. Может, его сверху можно убить? А, ладно, окей. Он не заметил. Хил. Еще один приятель. Хил. Так, что у нас там внизу, я не помню. Давай посмотрим. Привет. Тебе мужик с алебардой. Вот так вот. Так, сюда тоже, наверное, нельзя идти, да? Да, заперто, все закрыто. Зато вот о чем я говорил в прошлый раз на стриме, на первом ДС, я такой, посмотрите, сколько здесь можно всего сломать. То есть это просто рай для... Вот так вот, все это ломается, это все можно сломать. Как прям... Фигеть просто. Ладно, идем дальше. Ножи пригодятся. Панцербрехер. Это куда? Что тут у нас? Точно, тут какой-то мужик. Да-да, какой-то мужик. Я пока, да, я не знаю, где взять ключи от его камеры. Похож на пироманта, ну вот как бы сдалека, да, или что-то в этом духе. Может, наверное, освободить, и он пойдет к нам в храм огня, но вот как-то пока ключей я не наблюдал.
Мы, кстати, неплохо так продвигаемся. В принципе, наверное, конечно, потому что я уже тут вроде как что-то знаю. Уже бегал. Но все равно. Так, нам наверх. Стой. Наверх. Кстати, вот буквально перед стримом был такой маленький патчик. Вряд ли он там, конечно, менял какие-то балансы, всю такую штуку. Но знаете, наверное, что там FPS у Xbox по видео штормило. Сейчас вроде как-то так достаточно приятно играется. То есть, я думаю, как раз таки это был такой стабилизирующий патч. Все-таки уже скоро релиз, и надо править это дело. Обожаю эти тряпичные. Убить вас тоже. Убить. Вот почему они, вот смотрите, они молятся непонятно. Вот тут тоже виверна, она вот вся в пепле, или она вот исчезает, как-то тут разрушается. Почему они ей молятся? Что? Почему их так много, кстати говоря? То есть прям... Ну что это значит? То есть, интересно. Почему так? Вроде как в DS 2 их было, ну, очень мало. Мы знали, что там они там искусственные, все такое. Драконов не осталось. А тут вот их прям полно. Голова этой. Вот. Блин, классно. Сколько уже играешь? Играю я где-то час 15. Где-то час 15 играем. Так, стоп, я хочу чуть-чуть поменять амуницию. Это мне не нужно. Это флега синяя для маны. А поставим мы вот эту фигню для вот этого засранца, который сейчас тут будет. Только посмотрите на него. Вот тут гляньте. Ну что, ужас просто. Ой, не то, пройди, пардон. Гори, дрянь такая. Ужас просто. Отвратительная херовина. Ну, конечно, я долго, конечно, как-то тупил насчет ее убийства. Сейчас вроде отлично получается. Гори. Вот так. Фу. Прям хорошо. Охотник. Осколок титанита и уголь. Кстати, да, мы почему-то не горим. Давайте вожжемся. Использовать. Хотя, скорее всего, сейчас куда-нибудь спущусь, и мне там так нахлобочит. Так. Вот какая-то фигня еще есть. Внизу у нас ходит мужик. Тоже с какой-то секирой или алебардой не видно. Так. Куча блестяшек. И, блин, обратите внимание на какой классный дизайн. Все-таки у этого городка или что это, замок такой. Интересно. Ладно, идем.
Еще бомба. Окей. Ничего нету. Идем сюда, заберем блестяшку. Наверное, вниз прыгать не будем. Бесполезно, наверное, разобьемся. А, хотя нет, вот тут можно упасть, да? Вот сюда и потом дальше пойти. Но как-то... Как-то не хочется пока. У нас есть возможность пойти, значит, вот туда вниз. Да, вот туда вниз. И можно пойти вот сюда. Это, по-моему, рыцарь, ну да. Ну, давай, рыцарь. Ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Да давай уж. Что это такое? Я понял. Хорошо. Наверх, наверх, наверх. Да наверх ты, да. Наверх. Окей. Так, где он делся? Я тебя поймаю, это в автоприцел. О. Ай! Ай! Да что ж ты делаешь-то? А? А! Слушайте. Вот так. Хе-хе. Идем дальше. А, подожди. Тут что-то есть. Душа опять. У нас там, наверное, уже душ, наверное, тысяч на 10, наверное, скопилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Проверка. Проверка. Иди сюда. Тоже убили. Отлично. Тут что-то есть или... Да, тут это мужик. Талисман охотника на нежить. Окей. И опять. Идем сюда. Тут что у нас? Так, здесь вроде ничего такого нет, кроме блестяшки. Опять титанит, опять что-то, дядьку убиваем. И опять смотрим на виверну, да? Да. Здесь у нас внутренний двор и... Нет, это у нас просто пропасть. Ладно. Это вот здесь, да? Да. Тут толстяк. Здесь у нас что? Давайте сюда. А вот тут что? Вот это вот интересно. Так, растение для восстановления быстро амины. Там блестяшка. Как-то игра прям палаш. Вот тоже палаш, отличный меч. Он получается бьет 117, а на 110. Давайте, наверное, палаш возьмем. Палаш прям, думаю, отлично нам зайдет. О, хотя он чуть-чуть медленнее получается. Чуть медленнее. Я думаю, это можно как-то компенсировать. Так, не сюда, сюда. Хм. Что у нас здесь?
Так, ребята вообще, конечно, с крутыми булавами. Синку мы, может, подожжем. Да, подожжем. И убили псинку. Так. Вроде таких страшных я никого больше не вижу. Только непонятно, зачем мне сюда идти вообще. То есть босс вроде в другой стороне, а тут-то что, я не знаю вообще. Давайте их по одному как-то выманивать. Ух! Неплохо. Неплохо. Что еще нам предложит игра? Где-то слышу псина, что ли, или это тот мужик так томно-томно разговаривает, точнее, стонет. Это ты не особо интересно. Хотя такое, такое тоже. Угу. Осколок Эстуса, отлично, мы сможем пополнить количество наших фляжек. Просто отлично. Ой. Я думал, хоть что-то как-то поболее несет. Я первый. Первей, и тут толстяк опять. А зачем нам туда эта локация нужна? Это вот просто на толстяка посмотреть. Похоже. А, вот, то тут можно упасть. Угу. Угу. А куда бежать? Вот туда, по-моему. Или нет? По-моему, туда, да. Ладно. Сейчас все тут обыщем для начала. Осколок. Там, блин, мы уже можем, наверное, на плюс 5 может прокачать. То есть прям очень много этих титанитов падает. Здесь ничего нет. Синка. Нет псинки. Вот она, ключ от камеры. Ух, е-е-е. Я предлагаю ключ от камеры пойти освободить, если мы умрем, потому что там близко, да? По-моему, там было близко. Или нет? Я уже забыл, где это было вообще. Я... Так, это туда... А, все, вспомнил. Да, лучше так. Я тогда, если умру, то пойду освобожу. А если нет, то мы тогда после босса пытаемся как-то... Хотя... Так... У меня фласок осталась одна. Всего лишь одна фласка. Не знаю. Так. Давайте пойдем туда. Нет. Так, ты ко мне не будешь идти, надеюсь? Мне нет. Отлично.
Чего нету, да? Уголь, отлично. Еще уголь, блин, просто отлично. Фух, так, отлично, мы прошли здесь, тут тупик. Опа, смотрите, это ж кто такое, это кто? Львиный рыцарь Альберт. Это бот. И, блин, он очень похож на персонажа из второй части. Вот прям как с обложки. Очень прикольно. Давайте мы его вызовем и пойдем прорвемся к этому самому костру. То есть сделаем такой шорткат. Привет. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, нам сюда, по-моему. Сюда или сюда? Сюда. Ну да, конечно, помогает нам очень хорошо. Нам наверх. Альберт, Альберт, нет. Альберт. Еще одна бомба. Так, ну это мы по сути пришли, да, вот к первому костру, с которого начали наше путешествие. Тина-то где? Минус одна псина, где вторая псина? Я не вижу второй псины. Ладно, пойдем без второго. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять-таки, о вопросе о том, как проходится по сравнению с первой частью, когда как-то знаешь, что уже тебя ждет, совсем по-другому отношение к тебе. Как-то более уверенно. Как-то вот за стрим я, наверное, умер, ну сколько, ну максимум 10 раз, да? Максимум. А сейчас я прям, ну, как-то прям хорошо идет, так скажем. Так, а как? А, вот есть. Вижу. Использовать. И пока выгоним фантома. Пока, фантом. Пока. И отправимся в храм огня. Прокачаем оружие. Потому что битва с боссом, ну, оно такое дело, что надо как-то подготовиться. Давайте, делайте ставки, дойду ли я до босса живой и пройду ли я босса вообще с первой попытки. Даже самому интересно.
пройду, не пройду. Ну, первый раз, когда я его проходил, прошел. Он достаточно простой, как первый босс, он, то есть, ну, такой, достаточно примитивный. То есть, держимся позади него, и, в принципе, все будет хорошо. Так. Ау. Купить предмет, что у тебя есть? Нет, 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 это все мне неинтересно, как-то все очень плохо. Да. Ладно, идем дальше. Укрепить флелягу. Есть, отлично. То есть у нас теперь их 5. Отлично. Закалить оружие. Давайте мы этот палаш. А, у нас, в принципе, ничего же нет, да? Да, ладно. Разработчики сказали, что босс... Так, отличается от боссов. Отчасти это так. Ну, почему? Потому что... разумеется, большинство вообще персонажей, боссов, врагов в Dark Souls, оно как-то... все равно как бы, ну, стоит позади, старайся обойти с тыла, и будет все, в принципе, хорошо. А тут боссы скорее, знаешь, более... как бы, ты от них многого чего не ждешь. То есть, опять-таки, взять того судью, вроде так деремся с мужиком обычным, а он такой, бац, уже и монстр. Прикольно. А потом, вот придем мы ко второму боссу, вроде такой, как бы, ну, тупо охранник, а он потом там начинает тоже вытворять, бегает как сумасшедший. Ну, тоже интересно, вроде прикольно. Так, это мы откуда отправляемся? А, давайте вот как раз откроем дверь, посмотрим, что это за хрен был в темнице какой-то. Вот, посмотрим на темницу. Может, это оно и есть, а может и нет. Так, у нас, по-моему, еще остается 2 угля, то есть можно потом моментально восполнить хп себе с боссом. Так, у нас 5 фласок, думаю, 3 штуки точно дойдет до босса, скорее всего. Ну, в принципе, у нас достаточно хилок, плюс у меня еще есть, получается, огненные бомбы, наверное, штук 5 осталось. Такой неплохой арсенал, чтобы как-то с боссом потягаться. Думаю, будет интересно. Блин, вот дико нравится, как что она вот такая горящая. Это очень прикольно выглядит. Ну и вообще, смотрите, отлично, как теперь наш палаш, он с одного раза просто всех разрывает. Ну, то есть, так вот. Отлично. То есть вот... алебарда. То есть вот принцип действия у Dark Souls как бы остается, потому что, ну как-то все-таки боевая система должна же иметь какую-то преемственность, правильно? Но у врагов стало больше анимаций. И...
Ладно. Вот это был, кстати, вот опять-таки нежданчик. Есть, отлично. Кто же такой? Кто ты? Блин, какая у него классная маска. Давайте мы его посмотрим поближе, наверное. Блин, прикольный чувак. Ладно. А. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Интересно, кстати, вот я этого еще не видел. А дальше по локации, правда, у нас будет деревушка. И интересно, вот что же будет, что я, когда увижу эту леди, она, может быть, накинется на меня с какими-то угрозами и атакует или наоборот отблагодарит. То есть непонятно. Ну, давайте удовлетворим. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement. And I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Кольцо с синим слезным камнем. Давайте почитаем, что это такое вообще. Так, сюда. Ищем кольца. Кольца увеличивает поглощение урона при низком уровне здоровья. Кольцо с редким драгоценным слезным камнем временно усиливает поглощение урона при низком уровне здоровья. Считается, что такие камни — слезы горя богини Каифы, а слезы всегда красивее перед смертью. Интересно, я так понимаю, что мы его можем надеть. Правильно? Да? Можем надеть. Нам это тоже поможет с боссом. Приятная штука. Прям хорошо, что мы сюда зашли. Чувак, правда, похож на пугало из Бэтмена немного. Так, наверх. Сюда. Так, потом нам куда идти? Сюда. Это не сюда. А, нет, я туда не пойду, там злой мужик. Жаль, наверх. Надо телепортироваться на первый костер и пойти уже бить босса. Нравится высокая стена. Эгос Мастер пропустил то, что мы достали кольцо и теперь получили какой-то квест от некого, будем называть его Пугало, почему бы и нет.
Квест «Доставить кольцо». Интересно, такого никогда еще в соусах не было, поэтому даже интересно, как-то к чему это дело приведет. То есть, как-то нас так просят, мы можем что-то... Обычно просят там, типа, ты хочешь вступить в Ковенант, или там, ты хочешь узнать какую-нибудь тайну? Да, хочу. Вот, собственно, и все. Так, окей. Заедем дорожку. Умереть. Обычный болт. Окей. Давай, давай, псина. Да. Ну да. Как-то леща так дает этот меч. О, мы пропустили какую-то фигню тут. Металлические ножи. Ну, нам они теперь не пригодятся, потому что босс... Так, это все правильно? Да. Поехали вниз. Я даже не знаю, бить его можно и в одиночку, а можно призывать вот того прикольного. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творят-то? Но я круче. А тут что? А тут еще какая-то плюшка. Там еще одна, но я туда, да, этого не допрыгну. Это вот... А, это вот, да, где мы были, походу. Да. Можно было спрыгнуть, получается. Ладно. Невелика беда, в принципе. Айх ты! Так, призываем нашего рыцаря, потому что не факт, что мне он понадобится на боссе, но вот тут сейчас будут всякие рыцари, и вот мне его помощь ему хорошо зайдет. Кстати, мы можем с помощью него убить вот этого жирного засранца. Не знаю, стоит ли, нет. Вот, идти туда или не идти. Или все-таки уже до босса дойти. Антон. Альберт. Ну, давайте тогда так, что я сначала дойду до церкви. Если он еще у меня будет живой, то почему бы и нет. А, там еще есть темный рыцарь, кстати. Вот, давайте до темного рыцаря дойдем. Вот это будет, по-моему, поинтереснее. Ну, ух ты. Ух ты. Ой. Альберт, живи ты, глупый фантом. Ну да, он какой-то прям ватненький, я даже не знаю. А его можно хилить, интересно? Нет, хилить его нельзя. Блин. Вот там, по-моему, фантом. Ну, в смысле, что, темный рыцарь, не знаю вообще. Смогу ли его там как-то победить?
Тоже, блин, классная, конечно, локация. Фантом тупой, как пробка, конечно же. Так. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Unkindled one, go through the great gate, but beware the vile watch. Прикольно. По сути, это ковенант из первой части. Такая отсылочка. Ну, даже не отсылочка, а прям как прямое продолжение. Интересно. Но тогда как бы, как она к этому ковенанту относится? Ну, как бы, она воительница или просто такая бабка сидит там, охраняет? Интересно. В локации здесь больше ничего не было. То есть мы тут бегать не будем. Как тебе хилить-то? Ты одну тычку не выдержишь даже. А вот здесь у нас вот он, вот он. Теперь у нас вот здесь вот такие темные типа рыцари. То есть тут, конечно, как-то плохо видно, что он такой прям страшный из себя, но не знаю, убивать, не убивать. Он, конечно, такой, на, может, с ним какой-то лут есть прикольный. Нет, только не убей его. Блин, ладно. О, давай. Может быть, вдвоем мы-то его и завалим, почему бы и нет. Вот так, задолбани его. Не, в две руки прям неплохо получается у нас. Может, и жирного завалим. А он, кстати, сам хилится. Ай, ай, ай! Чё, как колечко прям помогло хорошо. Так, тише ты. Стой. Изысканный самоцвет. Прям. Класс. А чё это такое вообще? А, изысканный самоцвет. Это не здесь. Вот он. Закалить оружие, сделав его изысканным. Класс. Отлично. Так, Альберт, спасибо. Спасибо. Пойдем дальше. Так, подожди. Нам куда? Нам сюда. Завалим жирного, в принципе, что нам. Жалко, конечно, будет, если Альберт подохнет, как тот еще засранец, но... Он нам неплохо помог. Неплохо помог. Оу! Терапию ему тоже можно проводить. Ой. Ай! Ай-яй-яй! Ай! Да!
Да выйди ты отсюда. Ай. Чёрт. Да что вас всех? Долбанный огонь. Это что еще было? Ёжик. Ладно. Ну, зато интересно. Все хп потратил. Так, теперь вопрос. Будет ли у меня возможность призвать фантома? Вот. Как бы босса я не убил. Да. Надеюсь, можно будет. О, блестяшка. Тактическое отступ. Ой. Да что, как ты прошел-то мимо? Угу. Зеленая трава. Длинный меч. Нам он не нужен. Так, мы делаем вот так. А, нет, смотрите, есть. Альберт, давай. Давай по новой. Альберт. А, все, все хорошо. Пойдем. Во-первых, заберем нашу душу. Хоть там и копейки, но... Терапия. Ты, блин, Альберт. Нифига себе! Чувак, светящийся сам... это не те самые, которые хп восстанавливают, интересно. Мне вот тоже как кажется, что у них все эти пробивающиеся штуки через стены, это, конечно, то еще читерство. Сама цвет сделать. Ух ты, блин, мы прям хорошо идем, у нас получается изысканное можем сделать оружие. И еще и священное. Это, наверное, подойдет там для каких-нибудь престов, кто любит за таких играть. Ну, точнее, за клериков, да? У нас тут клерики.
Так, это у нас... Я тебя видел. Это наверх. Мне не надо. А, стоп. Кто-то был еще? Уже нет. Да, в общем-то, мы все забрали. Вот только вон ту фигню хотелось бы забрать, но... Не хочу уже туда подниматься. Хочу босса убить уже тогда. Альбер, только ты не агрись. О, отлично. Альберт, Альберт, ну что ты какой-то вообще? А, ты похил... А, нет, ты нифига не похилился. Давай, бей. Молодец. Угу. Так, что у нас по здоровью? 4 фляжки. Фляги. Так, 5 бомб. Ну, давайте еще добавим... Ой. Вот сюда добавим уголь. И получается у нас уголь. Подожди, а я уголь не могу использовать, что ли? То есть это так не работает. Комментарии я все читаю, так что к чему такие комментарии? Ладно, идем дальше.
Да, как-то обидно было. Я так понял, что если я вызываю на... Ну, в принципе, да, но, в принципе, так и логично, что я вызываю на помощь этого рыцаря, и он мне тут надирает люлей хороших. Ну да. Давайте попробуем отправиться в храм огня и прокачаем оружие на какой-нибудь... Жалко, у нас нету вот огненной вот этой вот фиговины, которая давалась в самом начале. Я почему-то решил взять все-таки кольцо. Надо было взять огненный вот этот меч, сделать его, прокачать его огнем, потому что вот этот засранец, он отлично получает урон от огня. Поэтому, мне кажется, было прям хорошо. Так, а у нас есть вообще хоть какое-то подобие четыреста, да еще, ой. Так, у нас еще есть вот эти маленькие. 200. А, стой. Мы же можем использовать... Да, блин. Использовать несколько. Вот так. Закалить и потом выбираем наш бед. Хотя... Не. Вертиш. И мы можем закалить во что? Изысканный самоцвет. Урон как-то поменяется, да? У нас получается 115 и 20. Ну, в принципе, это не мой основной перс, поэтому давайте это сделаем. Посмотрим, что нам это даст. Укрепить. А сколько титанит у нас? Только 3. Это печально. Этого нету. Ну, все. Надо, наверное, перед боем еще съесть вон ту поганую травинку. Да. Так. Тут нам тоже вроде ничего такого. Чинит доспехи. Ну да, ничего такого тут не интересно. По здоровью у нас, в принципе, нормально. Ты не используешь магический эстус? Не использую, потому что... Ну, на что мне его использовать, вот, если я не имею даже какой-то магической штуки, заклинаний. Какой-то меч у меня обычный, то есть каких-то там наворотов вроде у него никаких нет. Поэтому зачем мне этот магический эстус? Непонятно. Точнее как, это понятно, то есть мне он, в принципе, не нужен. Мне нужны только восстановление здоровья. Вот эти самые эстусы. Вот тут очень много тизерится двуручного оружия. Хочу попробовать потом. Постоянно как-то вот мелькает это оружие. А куда это ты побежал? Это...
И насчет Лары Крофт, кстати говоря, это не Лара Крофт, это мой... Это бывший персонаж из первой части. Ну, из стрима. Идем сюда. Не буду с ними драться, но их в пень. Раз, два, и как-то мне такое ощущение, что, боссы сильнее, что ли, стали, потому что первый раз я ему там давал дамага, ну, не знаю, наверное, по 80. А в этот раз как-то мало, и он убивается медленно. Конечно, ходят слухи, что все версии, все, что были вот до, ну, типа до выхода игры, которые можно было поиграть в прессе, они типа такие, ну, специально сбалансированные, чтобы пресса не жалилась там как-то особо. А вот теперь как бы игра, ну, оригинальная, то есть с правильным ходами, с балансом. Не знаю, что это. Давай. Альберт, чего ты не бьешь-то их? Вот и крикни. Второго давай. Любитель перекатов. Ах. Так, у нас не осталось этих. Мы их туда уберем. А, у нас есть вот это. И возьмем вот это. Мне кажется, будет полезная штука. Ну давай, мужик. Покажи, что ты есть. Я тебя в пердак буду бить. Еще и душу тебя заберу. Ну куда ты, блин, пошел? Тут неудобно тебя бить-то вообще. Да, да. Сейчас все, баланс поменяли. У него там жизни было чуть ли не... не знаю. 200, что ли, единиц урона. Я ему там наносил по 70, и он там уже умирал за пару тычек, что ли. Ой, блин! Вставай! А, я замедляюсь, ребят. Ай, сдохни! Есть! Отлично. Есть. Да, музыка просто потрясающая. Что мы с этим судьей дрались, что с этим, я уже забыл, как его звать, какой-то холодный рыцарь. Музыка здесь вообще... Срыв башки. И вы посмотрите, вот типа сквозняк, вот мы дверь открыли, сквознячок такой идет, и мы такие все грязные уже, и вот с нас такой пепел, тление, блин, очень круто. Очень круто. Костер, посидим на дорожку. Кстати, очистились, так понимаю, да, от всех этих негативных свойств. Мы теперь красавицы опять. Опять Лара Крофт. И
прям опять красоту наблюдать. Что нам говорят? Подойдите к краю и поставьте флаг. Флаг, если кто забыл. А, кстати, давайте почитаем, что нам предложил. Поднять перед главными воротами замка, чтобы войти. Да, войти непонятно. Маленькое знамя, которое носят посланники Лотрика. Угу. Поднять перед главными воротами замка, чтобы привлечь внимание караула. Когда возвели высокую стену, путь к поселению нежити был отрезан, и посланники вернулись с этим флагом. Их отправили выполнять долг, но не дали возможности вернуться. Так, а где души? Где тут? А, вот она, душа. Душа Ворта из Холодной долины, одна из душ, переполненных мощью. Используйте ее, чтобы получить множество душ, или проведите транспозицию, чтобы раскрыть ее истинную силу. Ворт служил рыцарем, легионером на внешних границах и держался недалеко от стремительной танцовщицы. Кто такая стремительная танцовщица, я так тоже не понял. Может быть, это та девушка, которой мы должны передать кольцо? А может быть, это та старушка, которая нам дала этот флажок? Тоже непонятно. Как-то очень много вопросов. Опять-таки. Блин, классный вид. Просто вообще офигеть. Сиди и вот делай скриншоты. Вот берем старт. Вот так. И вот, допустим, вот такой вид. Все. Скриншотик и ставим на рабочий стол. Просто отлично. Так, это у нас какое-то еще тут что-то есть. Это мы сейчас отправимся вниз. То есть будем вот по тому старому городу шляться. Вот там какое-то еще здание есть в дымке, видите? Интересно. И еще вон вдалеке какие-то ворота есть. Я так понимаю, что это все-таки ворота, а не... А не скала, это ворота. Интересно. И давайте поднимем флаг. Такая маленькая ностальгия опять по первому Dark Souls, когда нас эти же ребята переносили в замок Лонда. Как он там? Анор Лонда, да. Такая же тут. Такой же принцип перемещения получается. И там уже получится будет новая деревушка. Новая локация. И замечу, что мы до сих пор много чего вот в старой локации не открыли. То есть там были какие-то двери, которые там ключи какие-то надо где-то было взять. Я не знаю, это надо искать. Может быть, оно будет дальше, вот можно будет вернуться. Непонятно. То есть там в той локации еще изучать. Так, а здесь я только вот сейчас...
да? Ударь же ты уже. Колесница из Bloodborne. А, привет, ребят. Красивый череп. Я люблю красивые черепа. Вот эти вот ребята из роликов, по-моему, их обзывали как-то как пилигримы или что-то в этом духе. И вот куда они шли, да, вот смотрите, они к чему-то тянутся, к чему-то шли, а вот, то есть, вот опять, по-моему, да, это тоже, наверное, виверна будет, застывшая, или почему она застыла, почему она в стенах, или что это вообще? Куда они не шли? Интересно. Так. Тут есть один паренек. Please grant me death. Undo my shackles. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Тоже такой интересный персонаж. Я обожаю озвучку в Dark Souls. Такие все классные, колоритные голоса. Походу просто будет выполнять функцию мага и будем его прокачивать, покупать там какие-то заклинания. Скорее всего, именно так. Спрашивают, почему ты начал взрывать за бродягу? Потому что так люди попросили. Я обычно за бродяг как-то так начинаю. Хотя тоже, блин, мы по сути вот начали, и у нас уже есть меч, щит, хоть какая-то никакая, но амуниция. И мы достаточно мобильны, в принципе. Мы ни к чему не привязаны. Все у нас с этим, в принципе, замечательно. И тем более мы играем за девушку, это приятно смотреть. Новая локация. Давайте костер. 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 И вот опять видно какую-то башню. Больше это похоже, наверное, на церковь или вот башня, как в первой части, да, вот, то есть есть как бы вход такой главный и башня вот с колоколом, скорее всего, там должен быть. О, а по кому он стреляет? Это как-то не замечал.
тоже интересно. Что это за мужик? И обратите внимание, у него впереди чуть-чуть как-то, ну, похоже, как будто это маска вот эта железная. Как из первой части, вот эти вот гиганты, которые в крепости Сена кидали шары, чтобы в ловушки попадали. Вот интересно, это тот же самый гигант, ну, то есть такой же, или это кто-то все-то другой? Или же это из второй, или нет, или это может быть из DLC, тот, ну, вот подобие кузнеца, который мог убить этого Каламита из лука. Блин, куча лора, куча догадок получается. Так, интересно, хорошо. Hello. Ладно. Так, а сколько у нас получается? Два. Так, у нас так выходит, что мы уже стримим больше 3 часов, да? 3 часа. Да. Я думаю, мы-то на этом остановимся. И, в принципе, это довольно-таки интересное будет место, чтобы так подумать, кто это за дядька такой с луком. Как-то больше про лору посмотреть, что вообще происходит. Вот, и если хочется продолжения, то, не знаю, оставляйте комментарии под записью на ВКонтакте. Под новостью под этим стримом. Dark Souls. Вот, и тогда продолжим именно с этого самого места. Будем путешествовать дальше с этой нашей няшечкой луной, похожей на Лару Крофт. Вот, а я с вами-то прощаюсь. Всем спокойной ночи и удачи. Берегите ваши души, ребята. Покеда.